Всім привіт! Ви дуже вірно вчинили, що вмикнули молодіжне ток-шоу. Поспілкуємося! Навіть якщо ви до цього часу переглядали свій улюблений фільм, зупиняйте і приєднуйтесь до нашого спілкування, тому що говорити ми будемо якраз про них, про фільми. Про їхній вплив на нашу свідомість і підсвідомість, чого дивитися, а чого, можливо, уникати. Ось це все буде темою нашої програми «Поспілкуємося». І сьогодні в нас в гостях пастор Олександр Скибєльський. Давайте ми його привітаємо. Олександре, нам дуже приємно бачити вас в нашій студії. Звідки ви до нас приїхали? Спасибо. Із міста Кременчуга, Полтавської області. Угу. Подобається вам ваше місто? Очень. Це мій рідний город, я там родився. Ого, навіть так. Добре. Давайте привітаємо Кременчук. Ви знаєте, ми хотіли познайомитися з вами ще ближче, просто нам ім'я і прізвище мало, і тому в нас є деякі запитання, які ви могли б продовжити. Хорошо. Готові ви до цього? Да. Точно готові? Нет. Добре, тоді розпочнемо. Отже, увага. У вільний час я... Сижу в інтернеті. Ось так. Добре. Рідні називають мене... Ну, жена називає мене зайчиком. Ага. Добре. Мій улюблений фільм. Я думав, що буде такий вопрос. У мене немає улюбленого фільму. Зовсім нема. А два, три? Ну, є кілька фільмів, але вони не самі улюблені, а так. Ну, зрозуміло. Добре. На читання Біблії я витрачаю, ну, в день, наприклад. По-разному. Ну, в середньому. Ну, полчаса. Угу. Добре. Коли я нервуюся, я стараюсь ні з ким не розмовляти. Логічно. Дуже вірно робите. Задоволення мені приносить? Сон. Час для мене це? То, що дуже тяжело направити в правильне русло, або, як сказати, правильно контролювати, розпоряджатися цим. Тяжело. Угу. Головним в житті вважаю? Отношення з Богом і отношення з сім'єю. Чудово. Щоб боротися зі спокусами, я... Молюсь. Допомагає? Да. Добре. З акторів мені подобається? Ладно. Роберт Де Ніро. Ага, добре. Можете назвати декілька фільмів, яких він знімався? Ну, на днях смотрел «Плутовство» фільм. Плутовство. Комедія. Угу, добре. Йдемо далі. Неприйнятним для мене є? Неприйнятним для мене є грубость, наглость. По отношению ко мне или то, что я не делаю? Ну, те, що ви не любите. Ну, да. Не сприймаєте. Добре. Моє улюблене заняття це? Ну, з сім'єю куди-то пойти. Угу. Я думаю, ви скажете малювати. Я знаю, що ви гарно малюєте. Ну, малювати теж. Теж. Добре. Да. Коли я хочу відпочити, я? Відпочиваю. Ну, як тут хтось сказав, коли я ложусь спати, я сплю. Правильно. Найбільше я мрію про? Найбільше я мрію про... Ну, взагалі-то я хочу, щоб поскорее наступило Боже царство, щоб гріха не було. Ось так. Да. Добре. Давайте ми поаплодуємо нашому гостю. Дякуємо за впевнені відповіді. І я думаю, час уже саме приступити до нашої теми, поговорити про фільми. Але перед цим давайте ми подивимося невеличкий відеоролик, який підготувала наша знімальна студія. Давайте ми звернемо увагу на екран. Будемо уважні. Ось така порада для нас не втікати від реальності.
Я не знаю, чи так буває в житті, як було в цьому відеоролику, тому що зазвичай навпаки, мама на кухні, а син дивиться кіно там чи ще щось. Добре, як ви вважаєте взагалі, добре, що в нас є фільми, чи не дуже добре? Чи ми можемо їх переглядати? Ну, нам, ну як я думаю, сложно переключитися. На украинском, а я на русском. Да, вы можете российский. Хорошо. Ну, как бы больше негатива, мне кажется, несет кино и кинематограф, нежели позитива. Ну, мне так кажется, это мое личное мнение. Але все ж таки позитив є? Ну, есть. Определенный позитив есть, конечно. Ну, то есть кино – это как бы определенное средство для достижения цели. Как правило, цели не совсем хорошие, стоят перед теми людьми, которые их снимают. Поэтому фильмы служат плохим целям, как правило. Дуже часто так буває. Да. Добре, дякуємо за таку відповідь. А зараз давайте ми зробимо невеличку паузу, подивимося рекламу, а потім ми продовжимо нашу розмову про фільми. Я нагадую вам, що ви дивитесь молодіжне ток-шоу «Поспілкуємося», і ми говоримо про фільми, їх вплив на наше життя. Отже, в нас зібралася молодь студії, яка також хоче вам, шановний пане Олександре, ставити запитання саме з приводу фільмів. І ось уже молода дівчина дуже хоче поставити вам запитання перше. Мне очень интересно, какой последний фільм ви смотрели і чому именно його ви вибрали, щоб посмотреть? Самий последний і последний, от недавно. Не то, що... А документальний читається? Ну вообще, почему вот выбрали вы именно эту тематику и какой именно фильм? Мне это интересно. Ну, последние фильмы я смотрел, пару документальных фильмов я смотрел про возникновение государства Израиль. Ну вот мне заинтересовала эта тема, я нашел документальные фильмы на эту тему и посмотрел. Сподобалось? Да. Дякую. Наступное запитание. А какими критериями вы вообще... Ну, пользуйтесь при выборе фильма. Только лишь интересы, все? Ну, первое, это... Ну, если документальный, то это интерес. Если... А художник, то там интересы, как бы, не А если художественный, их же сейчас столько много делают, что... Тобто на выбор берете так, раз. Не-не-не. Или посоветовали друзья. Или там где-то в интернете увидел там какой-то трейлер или какую-то рекламу. Ну, то есть меня заинтересовал этот фильм каким-то образом. Я смотрю его. Но не все фильмы. Я некоторые включаю, смотрю и потом выключаю. Ну, как бы. Чему? Ну, не нравится мне там... Актеры? Ну, суть фильма. Или он слишком грубый, или он слишком примитивный какой-то. Поэтому я не все фильмы смотрю. Вот сажусь, смотрю до конца. Посмотрел, не понравилось, выключил. Хорошо, что сейчас есть интернет. Вот, в основном все фильмы смотрим там, да? По интернету, да. Добре, дякуємо. Дякуємо за питання. У нас є наступне запитання. А вначале ви говорили о том, что большинство негатива, да? Хотела узнать, насколько возможно, чтобы фильмы несли в нашей жизни позитив и как фильмы таким образом найти. Как узнать, что этот фильм принесет для меня что-то полезное? Ой, вы знаете, фильм, чтобы узнать, несет ли он что-то полезное, наперед можно только, опять же, от тех людей, кто его посмотрел. Вот. И то до конца не будешь уверен, принесет он тебе позитив или нет. Только когда уже посмотришь, тогда ты поймешь, внесет он позитив тебе или нет. Вот. Ну, есть фильмы, в которых действительно есть позитив какой-то. Ну, то есть я читаешь какие-то рецензии, там, не знаю, читаешь чьи-то блоги, там человек отзыв свой пишет, мне понравился фильм, вот, верующие люди пишут отзывы свои. Ну, смотришь. И это вплывает на то, чтобы все-таки подивитися цей фильм, так? Да. Не, ну, конечно, я вначале говорил, что больше негатива, ну, есть позитив, но на самом деле таких фильмов хороших сейчас очень мало, мне кажется. А є такі фільми, які от він позитивний, все чудово, але чи може він нести і позитив, і негатив? Однажды розкажу історію своєї жизни. Будь ласка. Значить, як правило, в кожному фільмі є, ну, якийсь момент, де там от нарушення якоїсь заповіді представляється з такої позитивної сторони. Ну, є фільми, де, наприклад,
там нарушение заповеди какой-то, ну, как негатив показан, да? Вот, например, список Шиндлера мы смотрим, там есть насилие, но оно показано, как бы, что это плохо. Uh-huh. Вот. И раньше, еще когда не было интернета, фильмы как мы записывали на болванке и там в барсеточку складывали, uh-huh. которые хорошие фильмы. Или там какой-то бокс туда все эти фильмы так складывали. Так, подписано маркером. Маркером, да. Писали какой-то фильм. Ну и так фильмы все, значит, собирали. Я тоже складировал фильмы, там где-то пойду к друзьям, поназаписываю, принесу. Вот. Ну, а я-то ведь пастор, иногда приходят люди и говорят, дай что-то посмотреть. И берут мой этот, пересматривают, а там фильмы разные бывают. И я даю смотреть, а потом думаю, а что я даю людям смотреть? И я решил эти все фильмы как бы проанализировать или, я не знаю, подвергнуть какой-то критической оценке с точки зрения того, насколько положительно в этом фильме ну, показано отношение к нарушению какой-то заповеди. Угу. Вот. И я такие фильмы просто в мусорное ведро отправлял. А я думаю, в іншу барсеточку, не? Нет. И вот я, значит, у меня там с этой барсеточки фильмов осталось там буквально единицы. Потому что я когда начал пересматривать, есть хорошие фильмы. Ну, замечательные фильмы, которые, в принципе, они мне нравятся. Я бы их советовал бы посмотреть, но в каждой бочке меда обязательно есть какая-то ложка дегтя. Я люблю фильм «Форрест Гамп». Обязательно, и вот в этом фильме есть нарушение седьмой заповеди. То есть там неженатые люди вместе спят. Угу. До свидания. Потом смотрю фильм «Заплати другому» про мальчика, знаете, там он делал добро. Там учитель и мама. Опять же таки, романтика, любовь. До свидания. Не, ну, вообще-то говоря, может быть, эти фильмы я и оставил, потому что у меня, может быть, на такие супер хорошие не поднялась рука. Но просто я, когда по этому критерию все свои фильмы так пролистал, то я понял, что, в общем-то, очень мало фильмов, где там в этой бочке меда не была бы обязательно бы какая-то ложка дегтя, и, как правило, эта ложка дегтя – это постельные сцены. А может, его варто вырезать? Я уже смотрю, уже критически оцениваю как-то или проматываю. Вот. Ну, а есть же фильмы, которые, они полностью все состоят из этого дегтя. Ну, дякуємо. Зато там буває ложка меду. Что-что? Зато там буває ложка меду. Ну да, ложка меду, и поэтому думаешь, ну ладно, ложка меду есть, хай будет. И многие люди по этому принципу и смотрят фильмы из-за ложки меда. Дякуємо, дякуємо. Наступне запитання. Скажіть, а фільми яких жанрів, ну, крім документальних, ви предпочитаєте смотрети? Ну, художественні. Художественні, анімаційні. Хорошо. Значить, комедії люблю я. Опять же, комедії треба вибирати, тому що є сьогодні комедії, дуже багато пошлих. Молодіжні комедії, ну, одразу видно по картинці, що там буде взагалі. Сразу в топку, да. Комедии хорошие какие-то, потом фантастику люблю, чтобы там какой-то был такой интересный сюжет, где бы там в конце что-то выяснялось, вот. И люблю такие фильмы, знаете, ну, есть психологические фильмы глубокие, где там вот есть о чем подумать, но таких мало. Ну, таких мало. Дякую вам. Сейчас какое-то запитание. Скажіть, будь ласка, а чи варто дивитися фільми духовного направлення? Тобто, чи вони впливають якось на наш ум і розвиток, чи ні? Угу. Ну, християнські фільми зараз теж є, звісно, їх теж можна знайти. І я думаю, що такі фільми смотреть треба. Вони, як би, вони підкріпляють то хороше, що в нас є. Тобто, ти їх смотриш, і вони, як би, ну, придають тобі дополнительний стимул к хорошему. Это как хорошая какая-то книга. Ты прочитал, ты утвердился в том хорошем, что у тебя есть. Вот. Тобто добре, що знімають такі християнські фільми, де ось це питання розвивається, да. Питання віри в Бога. Да. Добре? Тут якби, звичайно, все зрозуміло. Добре, наступне запитання. У мене є молодший брат, і у нього, не знаю, тяга определена к мультикам. Это просто за ноги держишь его, он все равно к мультикам. Я думаю, це не тільки твого брата. Ну, я говорю за своего. Что с ним делать? То есть, или разрешать ему, или не разрешать. Но этот вопрос как-то нужно решать. То есть, он...
У вас есть дети? Есть. Есть Машенька, 2,5 года. И есть Сережек, 3 месяца. 4. Остак. Да. И, кстати говоря, да, хлопайте. Це для них привіт. Вони ще не дивляться мультфільми? Так самое интересное, что Сережа уже смотрит, что там на экране происходит. Ага. Він уже, у него есть улюблений мультфильм. Ну, улюблених, не знаю, у Машеньки Смешарики улюблений мультфильм. А Сережек, я удивляюсь, я думал, маленькие дети, они не понимают этого. Ну там, напевно, просто... А там что-то движется, он туда смотрит. Есть, ну а есть дети же не смотрят их. Это, как бы. Все ж таки питання, чи варто дозволяти? Да. Есть такой сайт XUA. Там обычно все смотрят фильмы онлайн. Вот. И там есть такой раздел анимация, ну, мультфильмы. Я включаю, значит, захожу на этот сайт, открываю страничку, чтобы посмотреть, выбрать Машеньке какие-нибудь мультфильмы. Я не понимаю, для кого снимаются сейчас мультфильмы. Там все мультфильмы какие-то или страшила какие-то там. Или, ну, реально мультфильмы, насилие и все остальное. То есть там где-то вкрапление каких-то нормальных мультфильмов есть. Вот. И вообще-то, я не знаю, мне кажется, родители должны контролировать, что смотрит ребенок, и как-то, ну, какие-то ставить ограничения. Просто когда дети маленькие, я могу сказать, что я могу ограничить своего ребенка. Она просто не знает, как его там включать. Угу. Ну, это поки 2,5 роки. Да. А потом я додаток. Проблема в том, что он знает, и иногда ты приходишь, он уже там, Миша, я в Google зашел, я нашел этот мультик, я потом говорю, а как ты именно этот нашел? Он говорит, ну там в разделе было, поэтому он уже сам ищет. И как-то вот... Вот именно, там в разделе бывает... И чего в этом разделе побачив, кроме там вот открываешь раздел, и там идут мультики, понимаете? Симпсоны — это еще самые, как говорится, цветочки, да. Там такие мультики можно найти. Поэтому надо как-то контролировать. А как контролировать? Ну, это уже вопрос к родителям. Это серьезный вопрос, который нужно отдельно обсуждать. Это касается воспитания. Зараз досить популярні радянські мультфільми. Да, советские мультфильмы, кстати, классные. А чому? А потому что там как раз нету вот насилия, пошлости. Ну, ми кажемо, що метро дуже корисне для київлян, тому що ти можеш швидко достатися до будь-якої точки, яка тобі потрібна. Але там є і мінуси, да. Особливо в час пік, ти їдеш без рук і без речей, можливо, і ну, там є багато мінусів. Тобто я говорю, що... Ну, буває. Тобто це все метафора. Тобто я говорю, що інколи речі бувають, ну, як хорошої, так і поганої сторони. Вони є нейтральними, а відношення до них, або як ми користуємося, хороше і нейтральне. Ви сказали про фільми, що це є як спосіб. Я говорю, чому християни так мало користуються цим способом? Тому що, якщо дивимося на фільми, чому їх так погано? Тому що поганих людей, ну, більше непоганих людей користуються цим способом. І чи можна використовувати, якщо фільми прямо не пропагандують там антихристиянські направлення, просто такі, там, де є просто ложка дьогтю, як ви кажете, використовувати як євангеліаційний момент? Так як євангелізацію, як те, чим ти можеш зачепити і почати розповідати. Ти бачиш цей фільм? Добре, так? Ну, тобі подобається те, що вони переспали, потім вона ще, вона ніби така хороша, але вона перед тим переспала з 5 хлопцями для того, щоб знайти свого єдиного. І вона ж ніби така хороша, але вона вже перед тим така була і хороша. Але вона знайшла свого єдиного. Так, але вона знайшла в кінці кінців, хоча перед тим, якщо проаналізувати, він далеко не єдиний був, так. Цілий рік в неї були. Зрозуміло запитання, так? Обобщіть вопрос. Тепер вкратце, в чому питання? Чи можна, чому християни так мало використовують цей засіб? І чи можна його взагалі використовувати? Можна ли... Чи можна це використовувати там, де фільми є ложка дьогтю, як євангелізаційний момент? Зрозуміло. Як ви вважаєте? Ну, я знаю, например, что в некоторых, ну, даже в некоторых церквях, например, они делают даже раз в неделю, например, показ хороших фильмов, чтобы как-то приглашать молодых людей, там с ними общаться и так далее. Вот. Мое личное мнение, что приемлемо это. Есть фильмы, можно найти достаточно хорошие фильмы. Даже есть фильмы, ну, напрямую, они, может быть, там о Христе не говорят, но там как бы о хорошем чем-то. То есть они как бы, эти фильмы позитивные. Но если там есть эта ложка дегтя, то нужно в конце, после фильма, значит, как-то это обсудить.
Угу. Подвести какие-то выводы. Я, например, когда смотрю фильм какой-то, то я после того, как посмотрел этот фильм, ну, я анализирую его и с женой своей обсуждаю. Потому что одно дело, фильм там понравился, произвел впечатление, он красивый, он хорошо поставлен с профессиональной точки зрения, но я обязательно идею фильма все равно анализирую и с женой делюсь. И говорю ей, так и так, в этом фильме вот мне идея вот эта не понравилась или понравилась и так далее. То есть нужно обязательно, если вы смотрите это с молодежью, значит, потом как-то подвергать какому-то анализу. Або можно робити, як в Радянському Союзі в таборах робили, коли цілуються, перемотають, перемотають так швиденько. Можно так, да. Или можно просто стать, закрыть вот так. Постоял, постоял, нельзя. Потом отошел. Добре, дякуємо за відповідь. Да. Наступне запитання. Питання до вас як до батька. А як саме ви обмежуєте дітей, наприклад, яким шляхом ви стараєтесь пояснити їм, що це не добре? Чи отак підійшли, так пах витягнули і все? Зараз так. Сережа, як ви пояснюєте? Як краще пояснити малій дитині, діти ж у нас зараз продвинуті, що це погано, і які методи батькам треба використовувати в таких ситуаціях? Ну, во-первых, это касается не только фильмов, это касается вообще всего. Родители должны для детей быть авторитетами. То есть родители должны с детьми разговаривать, они должны с детьми общаться, им рассказывать, объяснять. И, как правило, родители, которые с детьми общаются, которые с ними, с детьми есть контакт какой-то, дети им доверяют, и дети уже по своему прошлому опыту знают, что родители ничего плохого им не посоветуют, то дети, конечно, склонны слушать родителей. Хотя обязательно на такой момент, я думаю, будет, что дети все равно из любопытства будут что-то смотреть, что не надо. Ну просто обязательно родители, значит, как-то должны это предупреждать, объяснять, может быть, наперед говорить какие-то моменты. Да? Вот, например, Машенька у нас еще маленькая, сама не ходит по улице, но я уже на улице объясняю ей, там светофор, туда не иди, ходить через дорогу, через зебру, наперед. Так же самое, наверное, касается и фильмов, и каких-то моральных вопросов. То есть нужно заранее эти моменты обговаривать, закладывать, потому что уже, может быть, потом, когда ребенок столкнется с этим, а потом ребенок в школу пойдет, а там у них мобильные телефоны, и там все это будут показывать, чтобы она уже имела свою устоявшуюся точку зрения. То есть он имел, ребенок. Дякуємо. Позвольте. Скажите, пожалуйста, влияет ли просмотр фильма на наш характер? Вот может человек измениться изнутри, как, не знаю, позитивно, негативно, сторону? Да, думаю, да. Можно я из Библии тексты почитаю? Так, звичайно. Ну, я с листочка, можно? Я себе. Вы туда выписал, так? Да, я выписал себе сюда. Добре. Есть такой текст, Матфея 6 глава, 22-23 стих. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, или чисто, как правильно? Чисто. То все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно или темно». Темно, да? О чем этот стих? Этот стих говорит, что вот то, на что мы смотрим, оно влияет на наш характер. И почему так мы часто говорим, что очень важно поддерживать отношения с Богом. Нужно читать Священное Писание, потому что то, на что мы смотрим, в том мы постепенно преображаемся. То есть фильмы, они какие-то несут образы, то есть там какие-то есть персонажи, и мы смотрим, как они себя ведут. Ну и как-то где-то, когда главный герой действует в фильме, то ты по-любому начинаешь сопереживать. Даже если главный герой плохой, он бандит, он мошенник, он грабит банк, а ты все равно с ним в этом фильме, ты переживаешь, ну ограбит же он этот банк или нет. И там идет полицейский, и мы думаем, ну хоть бы же его не словили, потому что он главный герой, мы же за него переживаем, понимаете? Или там этот Нео, он всех убивает, и Тринити, да, они всех убивают на повал. Но когда убивают Тринити, то мы плачем. Потому что мы с ними. Дякую. А, я хотела задать вопрос вот по поводу ролика. Вот мы смотрели, да, за то, что в фильме иногда там мы уходим в другую реальность. И коснуться того, что
То есть хорошо это или плохо? Допустим, я прихожу уставшая и так далее, мне хочется отдохнуть, то есть у меня есть свои какие-то мысли, проблемы, вопросы. Я хочу расслабиться, отдохнуть, я включаю фильм. После того, как я встаю уже после просмотра этого фильма, мои мысли, вот эти всякие проблемы, вопросы, они, может быть, уже где-то немножко, мне кажется, не такие актуальные, где-то немножко ушли. То есть вопрос, это нормально, это хорошо, это плохо, и ну, как на это все реагировать? Так. Молодежь, вы задаете мне вопросы, на которые я не готовил ответы. Хорошо. Значит, нормально ли это, когда смотришь фильм, ну просто, чтобы расслабиться, да? Ну, я скажу честно, я так делаю. Вот, но правильно это или нет, я считаю, что, может быть, это и неправильно. Вот. Почему? Почему? Потому что в основе любого искушения... В основе любого искушения стоит такая мысль или такая идея, чтобы какую-то свою пустоту заполнять не Божьими какими-то методами. То есть ты, у тебя есть потребности жизненные, ты их заполняешь, можно заполнять правильно, можно неправильно. Есть библейские Божьи способы заполнять свои потребности, восполнять свои потребности, есть не Божьи. То вот, мне кажется, все-таки, когда ты приходишь уставший, хочешь расслабиться и смотришь кино, вот честно, наверное, это все-таки неправильно. Потому что ты, получается, восполняешь потребность свою, ну, не Божьим методом. Зрозуміло. Дякуємо. Но это мое мнение. Это мое мнение. Дякуємо за вашу думку. Можете поспорить со мной. Так, будь ласка. Ви сказали про зачитали дуже гарний віршик про око. Ось, а я знаю інший віршик, що погані не те, що входить, а те, що виходить. І якщо критикувати про те, що так фільми не можна дивитися, то так і по вулиці не можна ходити, тому що бікборди нам пропагандують, буває і гірше те, що ми дивимося, тому що те, що ми дивимося, ми ще більш-менш критикуємо, а те, що ми йдемо, то ми ж не можемо йти і закривати. Тепер можемо, і фолборди є, там ти дивишся вниз, і там також щось намальоване. Також ти можеш вже не ходити в університет, тому що інколи викладачі говорять про такі речі, що ти так, ой, мені мама ще такого не розповідала. Ось, тому, можливо, тому, ну, я теж можу ще там деякі віршики з Біблії зачитати. Тобто ти не згідна з деякими? Я не, ну, я не точно не згідна. Я вірю, що впливають фільми. Але я не згідна з тим, що фільми не варто дивитися через те, що... А, я не сказав, що не варто дивитися. Ну, виснатися. Стоп, як я сказав? Зараз я вспомню. Потрібно перемотати все. Перемотати, так. Я сказав, що вони впливають на характер, так? На поведення, так? Так. Ну, я не прийшов сюди сказати, що фільми смотреть не можна, тому що є ще один віршик із Біблії. Сейчас прочитаю. Так. Все мне позволительно, но не все полезно. Угу. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Так. Павел, 1 Коринфянам, 6 глава, 12 стих. То есть я так понимаю, что, конечно, мы смотрим то или другое, нам надо все подвергать какой-то, какому-то анализу. Я об этом уже говорил. Просто иногда мы... Я вот начал эту тему, что мы как бы входим в жизнь героя. Вот, например, начинаешь общаться с человеком, какой-то фильм, например, «Гладиатор». Вот. Человек, ну, с пеной у рта отстаивает, что это фильм очень хороший. Да, он хороший, он хорошо снят. Он, ну, с точки зрения, может быть, искусства, он хороший. Но он убийца. Гладиатор этот, тот, который там в фильме, он убийца. Ну как он убийца? У него так жизнь сложилась. Его в такие условия поставили, что он, ну, не может не убивать. Просто вынужден он это делать, потому что его убьют в противном случае. То есть мы как бы склонны уже становиться на сторону героя, отстаивать его позицию, его точку зрения. И здесь получается какая ситуация. Есть фильм, есть герой. Фильм вымышленный, герой вымышленный. Но мы его, как бы ему сопереживаем, как к настоящему человеку. Есть заповедь Божья, реальная, настоящая. Заповедь, данная Богом. И получается, что мы как бы готовы вот это, вот принципы вот этого вымышленного персонажа ставить выше, чем заповедь, которая реальная. То есть у нас уже этот вымысел, получается, ну как бы он начинает нам нравиться.
Вот. Но заповедь — это реальность, и мы должны все-таки следовать ей и, скажем так, не оправдывать его, а оправдывать заповедь Божию в своих глазах. Вот. Ну, то, что смотреть фильмы совсем нельзя, я бы не сказал, но нужно анализировать. А чи можна порівнювати фільми от, з бікбордами і так далі, от, як тільки що говорили? Думаю, що ні. Чому? Ну, тому що... Ну, я вже частично відповів. Бікборд, ми його побачили, пішли далі. А фільм на протяжении длительного времени, він как бы вкладывает в нас определенную модель. Я думаю, що хотів би від себе додати, що... Давайте, може хтось ще щось хоче висказати, пожалуйста. Ми не можемо якби вибирати, що ми дивимося на цих білбордах, так? Але ми можемо вибирати, чи дивитися цей фільм, чи ні. Ну от так. Добре, мені підказують, що час наш потихеньку доходить до кінця. Але в нас є ще третій блок, який ми продовжимо після реклами. А зараз пропоную переглянути саме її. Я нагадую, що ви дивитесь молодіжне ток-шоу «Поспілкуємося». І ми продовжимо говорити про фільми. І в нас є ситуації деякі, які ми хочемо всі разом обговорити. І так, перша ситуація. Будьте уважні, будь ласка. Ми сьогодні дуже багато говорили про вплив саме фільмів. І я хотів розповісти одну історію, яка трапилась зі мною десь в років 18. Тримай мікрофон, напевно, це буде надовго, ні? В років 18. Справа в тому, що там, де я живу, є міжміська траса, де постійно їздять машини. І одного вечора я повертався, десь годинка була перша ночі, скажімо так. Ну, затримався. І на тій трасі сталася аварія. Машина збила дитину, якій було неповних 4 роки. Це дитина з, не, ну, з сім'ї, які, да, неблагополучної. І цю дитинку збили. Коли ми її витягували, тому що там був тільки я і старша жінка-сусідка, яка вийшла. Коли я її витягував, брав на свої руки, я зауважив один момент, що я не відчуваю якогось жалю до цього. Це так в порядку вещей. Я беру дитину, якій неповних 4 роки, яка на моїх очах помирає, я не буду описувати саме смерть, але я замітив в собі якусь темну частину, яка задав собі запитання, чого я не жалію? Чого для мене це настільки привично, настільки звично? І саме тоді я подумав про фільми. Тому що тоді ще ігор, інтернету, як такого не було, а про фільми і про їхній вплив. І ця ситуація реально потрясла мене. В плані того, що я дивлюсь, і як вона на мене впливає. Коли я шукаю в собі жаль і не можу знайти до цієї дитини. І питання до молоді, чи в когось взагалі таке бувало, чи справді воно так є. Ось так. Як ви вважаєте, є відповіді, будь ласка. Ну, взагалі-то в мене такої ситуації не було. Слава Богу. Да, так, і слава Богу. Але якщо брати такі... Ну, в дитинстві мені говорили, що я був дуже добрим. Не знаю, мало вірив. Ні, ну дійсно, фільми... Ти мало фільми дивився? Ні, в дитинстві дійсно не було ще фільмів як такових. Фільми тоді вони... ще фільми не робили, так? Ну, вибачте, всі розуміють, про що я. Фільми дійсно дуже впливають, тому що, наприклад, якщо раніше я там і дивився там на того, на ту ж людину, яка там страждає, яка без... без даху над головою. Я раніше відчував якісь емоції такі, що співчуття. Ну, а недавно теж я помітив, що от якісь такі наразі безразлічі. От в мене немає ніяких емоцій. Мені майже все одно. Ну, я цю людину не знаю, вона там сидить. І що мені до цього? І дійсно, от фільми, вони найбільше впливають, думаю, на всіх. Тому що вони стільки в них вкладено негативу і жорстокості. От ні один фільм, ну, може є, одиниці, де б не було насилля, де б не було жорстоких сцен, в яких було показано одна з найгірших смертей. І коли ми бачимо, ну, звичайну смерть, то нам, ну, типу, може бути гірше. Дякую. Але ж дивіться, якщо ми говоримо, що потрібно читати Біблію, там також є такі сцени, описуються. Можливо, не варто тоді читати Біблію, чи як? Ну, добре. Це так, для... Ні, ну ти такі каверзні взагалі речі говориш. Добре. Ну, здається, що наш розум – це є те, чи ми можемо фільтрувати, що потім буде ходити наше серце. Бо те, що виходить з нашого серця, це ми говоримо. І фільми, і дуже багато різних речей –
цей, які зараз є в світі, вони дуже часто написані так, що ти дивишся, відпочиваєш, а коли ти відпочиваєш, ти відключаєш дуже часто розум. І тоді ти не думаєш про те, що ти робиш, і це саме формує тебе. Я коли перший раз подивилася фільм про жахливу людину, людина, яка в щось перетворилася жахливо, там, не знаю, монстра, і він був добрий, мені це не сподобалось. Потім інший, один з останніх, це був «Трансформер». Я вже не боялася, мені вже подобався, він ж спасає, там щось таке. А потім, коли я дискусію вела зі своєю сестрою, казала, що він чудовий, вона каже, ось так, коли прийде потім Антихрист і ще два чудовища, каже, ти вже будеш підготовлена, і каже, 100 років назад покажи, всі боялися, а зараз ти вже на фільмах сформована, що це все класно, і він тобі добро принесе, да? Він там буде спасати тебе від цих свідків двох. Тому я вважаю, що ми як християни взагалі, і розумні люди є в світі, які коли фільтрують, вони нормально, в них сформована думка. Ми маємо, фільми впливають на нас, але в тому чині, коли ми відключаємо розум і дивимося їх не фільтруючи, так як ви сказали, аналізувати. І я думаю, що вкрай небезпечно це дивитися фільми відпочиваючи. Тому що лише Біблію можна слухати відпочиваючи, навіть проповіді не можна слухати відпочиваючи, бо інколи проповідник говорить свою суб'єктивну думку. Вибачте, будь ласка, цього не написано в Біблії. Можливо, це є хороше, але ти маєш відрізняти хорошу пораду проповідника і те, що написано в Біблії. Тобто все потрібно порівнювати з Біблією. Ого, скільки у нас тут є. Моя молодша сестра і мій муж люблять смотреть серіал «Інтерни». И кто из вас не смотрел, да? В общем, я не могу понять. Несколько серий. Я находилась в комнате вместе с ними. И когда говорились пошлые слова и даже маты, я на это обращала их внимание. Они, да? Я вам только что сказал. А ну повтори. Я говорю, не повторяй такие слова. Я говорю, ну хорошо, вот, было то. Проходит несколько минут, я говорю, вот он только что сказал. Да? А он настолько как бы легкий, он какой-то веселый, он там и то, и то. И действительно получается, что у нас в голове откладывается то, что мы даже не замечаем во время фильма, да, и у нас откладывается очень много эмоций, которые в фильмах. Я могу сказать, что сейчас в моей жизни я смотрю настолько мало фильмов и настолько этому довольна, во-первых, времени уйма, возможности пойти погулять, почитать что-то интересное, да, либо фильм, который мне посоветовали 3 или 5 моих друзей, очень такие какие-то мысли другие. Иногда я, бывает, открываю Библию и учу вечером стих на память, а я утром с ним встаю, и это так здорово, и я понимаю, что то, что во мне откладывалось раньше, я хочу сейчас заменить чем-то лучше. И я сталкиваюсь с тем, что оно на нас влияет. Я не хочу, чтобы на меня влияло. И не смотрите, интерна не смотрите, я вас прошу, молодежь, честно, просто посчитайте, сколько пошлостей и матов есть в этом фильме. И вообще всех остальных сериалах, которые вы так вот смотрите. Зрозуміла думка, дякуємо. Антиреклама, ще було там пару рук, будь ласка. Я просто хотела сказать, что по поводу того, что Назар немного говорил, да, мне кажется, что проблема не только в фильмах или СМИ. То есть сейчас есть определенные тенденции, да, тенденции к тому, что мы не очень там где-то обращаем внимание на других людей. Тенденция к тому, что мы даже идем по переходу и видим, что человек просит милостыню, какие у нас чувства и эмоции. Не всегда у нас есть даже желание ему дать, потому что мы сразу думаем, а действительно ли этот человек нуждается в этом? А действительно ли, будет правильно мне ему дать, и так далее, и тому подобное. То есть я просто к тому, чтобы мы были так аккуратнее, не нужно всю вину за наши какие-то поступки или еще что грузить, вот виноваты кинематографы, там еще кто-то. И просто хотела сказать к тому, что действительно, как говорят, 98% влияет наше подсознание уже на наши поступки, да, только 2%, то, что мы вот сейчас чувствуем, ощущаем. А действительно, фильмы, они очень, сильно откладываются на подсознание, однозначно, но просто мне кажется, что тут еще вопросы приоритетности, то есть что на нас влияет больше. У меня вот девочка, с которой я живу, она тоже смотрит «Интерны», «Универ» и так далее. И причем она ужасный киноман, просто постоянно, с утра до ночи. Но вот за что я благодарна Богу частично, за то, что хотя там, где действительно слышу там и эти маты, и то, и это, как бы я этого не произношу еще. Я считаю, что слава Богу. Но что я хочу этим сказать? То, что порой
Просто если Бог влияет на нас реально, вот сильно, если мы нуждаемся, просим его помощи, то даже то, что мы где-то услышим на улице, фильм, еще что-то увидим, оно не будет иметь того глобального, не то, что глобального, того сильного значения, того сильного влияния на нас. То есть вопрос, что на нас влияет больше, вот и все. Что мы пускаем в свою жизнь, в свое сознание и подсознание. Спасибо. Дякую, пожалуйста. Я бы хотел бы еще напомнить про сериал «Бригада». Все помнят, да? Да, крутой фильм. Так вот, сам по себе помню, когда вот в школе, ну, я в это время еще учился в школе, когда создавались свои там бригады, тригады, то есть ребята стремились к чему-то, и они реально, и ты видел в их глазах этот огонек, когда они действительно собирали эти группы, там, по 4 человека друг друга как-то называли, вот, и тут следующий момент, вот, когда молодой человек сказал, что... Он не чувствовал эту жалость к людям, он не чувствовал сопереживания, то есть у него отупела вот эта грань. И таким образом, что мы видим? У человека отупевает эта грань, и потом он собирается в эти всякие кланы, бригады, вот, и просто молодые люди, которые еще чем-то простимулированы, они физически начинают развивать себя, и можно сказать, это просто машины, которые как бы себя ведут аморально и которые приносят, ну, ничего хорошего не приносит. Тобто ми копіюємо те, що ми дивимося в фільмах. Да, конечно. І потім це впливає на нас, і ми це розпространяємо для других. Угу. От, ну, это... Твоя думка. Дякую. Ще. Я от просто, ну, как бы, слушая все, что здесь говорилось, я пришла такая мысль в голову. Мы все знаем, что есть исследования определенные, которые говорят, что сознание человека отключается через там 10 секунд после того, как он начал смотреть какой-то фильм. Как результат, получается... Через ну, может, не 10 время? Минут, 2-3 там. Ну, минуты 2-3, угу. Неважно. Мы смотрим фильм полтора часа. В течение этого времени вся остальная информация записывается сразу на подсознание. Да. И вот говорила девушка о том, что 98% наших поступков — это именно из-за нашего подсознания. То мне кажется, что гораздо легче ограничить не влияние того, что мы смотрим, а то, что я смотрю. И таким образом будет легче как бы решить, как будет дальнейшее. Потому что действительно очень есть много ситуаций в жизни. Я знаю девушку, которая смотрела один сериал. Она сначала там с чем-то была согласна, с чем-то нет, возмущалась, а потом в жизни повторила ситуацию какой-то там одной из главных героинь. Там сложно сказать, кто главный. Вот. И хотела она или не хотела, но потом она так год спустя сидит, говорит, а я действительно так повторила там то, что сделала героиня. Да. Просто она Мария. Она этого не хотела. Добре, дякую. Ще є додаток, будь ласка. Я повністю згоден з думкою, що ми можемо повторювати. От, наприклад, всім відомі серіалки, як «Теорія лжи», «Доктор Хаус» — це взагалі. Тобто його там дивиться, непонятно, скільки мільйонів. Хочеться бути таким же нахалом, як он. До речі, а от, навіть я деколи пам'ятаю, я там... Дивився колись, але і зараз дивлюсь, стараюсь вже фільтрувати. Але насправді, деколи ти себе, деколи ти помічаєш, що ти ведеш повністю так, як він. І кульгаєш так. От, ні, ну просто в мене деякий час боліла нога. І я дійсно кульгав на одну ногу. Бо через біль. Крутий був. Да, ні, але я просто зрозумів, що вона вже не болить, а я далі кульгаю. Ага. Але вже про серйозно. Мені дуже сподобалась думка насчет того, що не можна дивитися фільми відпочиваючи. Там, не знаю, я вже не пам'ятаю, хто це сказав, що повністю ми сприймаємо відразу всю інформацію. Так от, психологи, які маніпулюють масами, вони саме до цього йдуть, щоб ми відключили нашу підсвідомість. От коли ми відключаємо цей фільтр і ми просто відпочиваємо, от саме тоді ми повністю будемо виконувати те, і це було доказано, не знаю, якими там вченими, це було доказано, що людина виконувала пізніше те, що їй там говорилося. Угу. Це більше до маніпуляцій, тобто фільми вони повністю нам маніпулюють, якщо ми відпочиваємо, якщо ми після того не аналізуємо. Добре, дякую. Ми трішки відволіклись від теми. Ну, ще буквально два слова, і тоді ми попросимо нашого гостя зробити підсумок. Да, вот я, кстати, хотела услышать мнение лично нашего гостя, потому что интересно, ребята, услышать ваше мнение, но мне больше интересно услышать мнение нашего гостя. Что вы думаете по поводу... Все молчить! По поводу той ситуации, которую рассказал вот Рома. Ага. Mm-hmm. Ну, сейчас такой блок, когда все общаются, это же интересно. Так, как раз нашла ваша часть. Ну, вообще, я вот пока вот пошел разговор, я столько хороших мыслей услышал, и у меня по каждой мысли что-то... Есть что додать. Да, я так вот... Ага, вот сейчас я скажу вот это, потом... вот сейчас я вот тут я еще сейчас вот это дополню. Вообще, я согласен с молодым человеком... Как зовут?
Молодого человека. Рома. Рома. Рома, да. Я согласен с Ромой в том, что формируют фильмы сознание. Вот. И мне понравилась еще мысль, что как бы Антихрист готовит таким образом свой приход на землю, когда какие-то негодяи превращаются, ну, постепенно в хороших. Да? Когда девушка вампира любит, угу, потом оборотня. Потом там какая часть следующая, третья он или четвертая? Он такой красавчик. Ну он же, а он же такой хороший. А в следующей части она полюбит мертвеца какого-то с кладбища. То есть, как бы понимаете, уже какие-то моменты, то, что раньше в детстве было как ужастик, сегодня это красавчик. Фильм для детей Гарри Поттер. Это угу. я вот один раз из любопытства посмотрел Гарри Поттер. Ну это же ужастик. У него на голове, на затылке лицо разговаривает сзади под шапкой. Представляете, это же страшно. Ребенку покажи, это он ночью спать не будет. То есть сейчас, мне кажется, действительно все перевернулось с ног на голову. И то, что раньше как-то люди отличали добро и зло, сатана сейчас все так смазал. Вот. И теперь уже непонятно, что добро, что зло. Угу. И мне кажется, это какая-то определенная стратегия, чтобы каким-то образом затуманить умы людей. Вот. Потому что сегодня... Ну, уже потом в практической своей жизни люди тоже будут не знать, какими им принципами руководствоваться. То есть у них в жизни, у девушек, у молодых парней, у них все будет перепутано. Вот. И они уже не будут иметь каких-то принципов, с кем встречаться, с кем дружить, с кем общаться, кому доверять, кому не доверять. Потому что все перепутано. Угу. Дякуємо за вашу відповідь. У нас є дуже мало часу, і давайте ми ще... Рома хоче щось додати? Питання? Тоді в нас не вийде інша ситуація. Ну, давайте запитання. Ми тут зараз поговорили, і як я розумію, не побоюсь цього слова, майже все суспільство в якійсь мірі психічно хворе. Скажіть нам, будь ласка, лікарство. Ліки. Ліки. Якими можна лікувати от ту чи іншу проблему, яка була в моєму житті, і багато проблем, які телебачення чи щось інше створило в житті кожного. Чи є ліки від телебачення? Що таке? У мене його немає. Кого немає? У мене немає телебачення. Телебачення не дивлюсь з 2002 року. Найкращі ліки, так? Ну так, а фільми, інтернет, це інше. Ми зараз заговорили про телебачення, повне маніпулювання. От сам... Про ліки психіки. Про ліки психіки, кажуть. Так, в мене немає. Немає, так? Ні ліків, ні телебачення. Добре, як лікуватись? Можливо, з вас хто ще має думку з цього питання? Від цього впливу? Чи я щось неправильно сказав? Так, будь ласка. Я буду кратко. Ага. Замечательный библейский стих. «В сердце своем я сокрыл слово твое, чтобы не грешить перед тобою». Когда мы наполняемся духовным, оно вытесняет в нас все то греховное, что есть. Вот. И мы можем выбирать, что нам взять для себя, чем наполняться. Да. И сейчас, прежде чем еще будут отвечать девушки, парни тоже, я считаю, что то, что уже молодой человек понял вот, ну, свою проблему, задумался над этим, это уже хорошо, это уже плюс, потому что многие люди вообще не задумываются над этим. Они живут, как будто так и надо. Вот. И я считаю, что Дух Святой все-таки работает над нами, обличает нас. И лекарство – это взаимоотношение с Богом, когда мы позволяем Богу в нашей жизни производить какую-то работу, действовать. По крайней мере, я считаю так, что уже полдела сделано в том, что хотя бы мы видим проблему свою, что вот мы такие стали черствые. Это уже полдела. Вот. Пусть Господь даст нам возможность дальше продолжать начатое дело и делать какие-то шаги в этом направлении. Угу, дякуємо. Дальше. Я ну, після перегляду деяких фільмів, взагалі в дискусії, я дуже люблю дискусії. Мої батьки, да, ми замітили. Мої батьки, ну, одного разу я в них питаю, кажу, ви не так нас виховуєте. Кажу, ви маєте по-іншому. Говорю, я була б іншою. На що мій тато дуже мудрий, він посміхнувся. І сказав, що, каже, Марія, каже, все своє життя, скільки я вас виховував, каже, я намагався вкласти істину, щоб ви могли розрізняти. Каже, мені, каже, я, ну, мені, каже, не потрібно було казати, не дивитися це тобі чи виключати. Каже, і ті істини, які я тобі дав, тому що, каже, я не міг це відключити в школі, зараз в тебе університет, з друзями, тому що вони тобі будуть це пропонувати, і інколи вони показувати тобі будуть.
кажуть, а те, що я тобі вклав Біблію своїм прикладом життя, те, що я роблю, коли приходжу з роботи, каже, ти це все бачила, каже, і зараз, каже, ти ну, можеш сама це аналізувати і тим самим себе, тим самим лікуватися, так, як ти кажеш, Рома, мабуть. Я згідна з Ірою, якщо ми будемо лікуватися, ми не лікуватися, а підтримувати здоровим способом життям для того, щоб читати Біблію, спілкуватися з розумними людьми. І потім, як ви сказали своїй дитині, мені дуже сподобалось пояснювати, це світлофор. Ось так мої батьки зараз, вони мені пояснили, що є світлофор. Там, підеш не на землю, ти, підеш не пішохідним переходом, тебе може збити машина. І коли тепер я ходжу, я знаю, що там може збити машина, і мені не потрібно спробувати для того, щоб мене збила машина, хоча я вже спробувала, і мене збила, і я тепер не піду. Але знаєте, бо інколи так, він каже, і ти інколи падала, але каже, тепер ти знаєш, що це точно не потрібно, каже, і ти, Бог тобі допустив маленьку для того, щоб великого не допустити. Так. Дякуємо за ось такий підсумок. Добре, на жаль, час минає і варто вже закінчити нашу програму. Декілька слів підсумку. Що б ви хотіли сказати молоді? Можна текст із Біблії? Ще один. Мені подобається цей текст. Мені він дійсно подобається. Я його время от времени себе привожу на ум і людям говорю його, і тим самим себе напоминаю. Наконец, братья мої, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. К сожалению, сегодня много негатива и в кино, и по телевидению, в сериалах, фильмах, мультфильмах и так далее. Вот. И, к сожалению, многое из того, что мы сегодня смотрим, оно не подходит под эти определения. Честно, справедливо, любезно, добродетель и похвала. Вот. Все-таки хочется, чтобы мы искали, если мы смотрим фильмы, чтобы мы старались искать такие фильмы, в которых этого больше. Потому что это формирует наше сознание. А есть такая поговорка, мне она сейчас пришла, сейчас попытаюсь ее вспомнить. Посеешь мысль, пожнешь поступок, да? Посеешь поступок, пожнешь характер, привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер, пожнешь жизнь. Очень многое зависит от наших мыслей, а наши мысли формируют то, что мы смотрим, и что мы читаем, и с кем мы общаемся. Поэтому я желаю, чтобы как можно больше в жизни вашей было вот этого честного, справедливого, любезного, добродетели и похвалы именно перед вашими глазами, чтобы вы на это смотрели, брали с этого пример, чтобы это сформировало вашу жизнь в правильном русле, в правильном направлении. Дякую. На сам кінець хотілося б попросити вас, щоб ви помолилися разом з нами. Хорошо. Запрошу вас піднятися для молитви. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам право выбора. Ты даешь нам свободу, что смотреть, что слушать. Но сейчас мы просим, чтобы Ты дал нам мудрость и научил нас выбирать, научил нас разбираться, что хорошо, что плохо, что может нам повредить. Чтобы мы, Господь, могли в своей жизни делать как можно более правильных выборов, и из множества этих правильных выборов строилась наша жизнь. Помоги, Господь, чтобы мы, даже такие мелочи, казалось бы, как фильмы, которые мы смотрим, чтобы даже в этом мы могли прославлять Тебя, чтобы в этом была видна рука Твоя. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Обирати, який фільм дивитися, все залежить від вас. Цей вибір у ваших руках. Але в будь-якому випадку раджу вам фільтрувати, що ви вмикаєте, що ви переглядаєте. Але в чому я певен на 100%? Переглядаючи молодіжне ток-шоу «Поспілкуємося», нічого поганого ви не почуєте і не побачите там. Тому дивіться нашу програму щонеділі на телеканалі «Надія» о 19-й годині на телеканалі «Надія», як я вже сказав. А також на сайті поспілкуємося.tv. Там ще є багато-багато різних програм і різних тем, які вже були зняті в цій студії. А зараз я мушу прощатися з вами. До нових зустрічей. До побачення. Дякую вам.